Всем привет, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале Seibig Pro. Сегодня у нас снова Frostpunk. Насколько вы помните, насколько вы знаете, новое поселение я организовал, второе, в предыдущей серии. В этой серии все снова, по-моему, идет плохо, опять ничего не хватает, ни угля, ни дерева. Поэтому пытаемся выжить, возможно, в этот раз меня, в этой серии меня снова жители выпнут на встречу к мерзлому снегу, к мерзлой земле. Ну, продолжим. Так, что у нас тут? У нас, так, вначале нажмем на паузу, да. По-моему, это будет мудрым решением. Так, уголь у нас добывается. Извиняюсь. На угле у нас работают люди. У нас есть, добыча угля идет. Так, уголь. Здесь у нас добывается древесина. Стоп, не так жму. Давай вот так посмотрим. Так, 4 ребенка работают на добыче металла. 5 человек работают на добыче дерева. Склада под дерево нет, поэтому они сразу, видимо, поставляют все дерево сюда. Так, с генератором у нас что? Температура минус 40, очень холодно. По температуре у нас что? Все очень холодно. Врубаем форсаж, правильно? Время день. А, не надо пока, не надо. Знаешь, что нужно? На кухне прохладно. Еда уменьшается, вспомнил, вот она проблема. Только когда я включаю вот этот паровой центр, почему-то на кухне становится ни хрена не тепло. Давай посмотрим. Так, разогрелся. Но здесь по-прежнему холодно, какого черта? Охотничья хижина не нужна, потому что сейчас... А охотники, они отдыхают. А, им там прохладно. Ёптать. Да ведь? Здесь сейчас супруга. Супруг. Отдыхает после охоты. Ёлки, а им холодно. Вот это беда. Так, ты тогда отключаешься. Блин, на форсаже придется сейчас все время. Блин, реально охотники же могут заболеть. Что у нас тут? Пациенты. Пациентов очень много. Так, здесь у нас дерево технологий. Так, что? С едой бардак, да? С едой бардак, теплицы. Позволяет строить теплицы. Здесь можно выращивать некоторые стойкие культуры, получая до 30 единиц. А что я хотел в прошлой серии сделать? Кто помнит? Быстрый сбор, ну, блин. Лесопилка, угледобытчик, маяк. Так, маяк я не построил, да? Дом молитвы. А дом молитвы оставил? Алло. Это кладбище, я помню. Это дом опеки, помню. Да, нужно дом молитвы строить. Сейчас же снова началась эта хрень, что все что-то недовольны, короче. Сейчас меня скоро будут выпинывать. Поэтому в первую очередь, наверное, нужно построить дом молитвы. Лондонцы. Осталось времени 14 дней. Многие могут присоединиться к Лондону. Не дайте лондонцам нарушить покой жителей. Осталось 5. А как это сделать-то? Постройте маяк, постройте 2 дома молитвы. Да, все, давай, обязательно дом молитвы строим. Причем их нужно 2 штуки почему-то. Давай возле кладбища, отлично будет. И не хватает у нас дерева. Ну, дерево сейчас добудут. Дерево потому что добывается. Блин, хотелось бы производство еды, конечно, увеличить. Так, время день. Форсаж работает. Давай на время его отключим. Так, что случилось? Холодное жилище. Капитан, некоторые беспокоены низкой температурой. Обогреем часть... Обогреем все дома. Смотри, сейчас задание сразу выполним. Задание выполнено. Ну, я так и планировал. Я немножечко отключил, чтобы сбавить вот эту нагрузку от форсажа. Время вечер, понятно. Все разошлись по домам. Сейчас всем тепло. Форсаж работает. У всех все хорошо. Эта хрень выключилась, потому что в мастерской сейчас... А кто-нибудь работает в мастерской? Собирается есть, строит, идет на стройплощадку. А что он собрался строить, алло? Странно. А, не работает. Почему не работает? Слишком холодно. А должно работать?
До 6 вечера, алло. Строит. А, они ушли строить дом молитв. Мудрость толпы. Капитан, когда от вас что-то требуют, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения, а не лучшие. Не обязательно соглашаться со всем, о чем вас просят. Если найдете свое решение, отлично. Ну не, дома опеки... Ой, фу, блин, дома молитвы я сейчас построю. Так, на ускор, время вечер. Дерево еще добывается. Угля мало. Угля очень мало. Уголь заканчивается. Так, время 5 утра, сейчас все проснутся, пойдут на работу. Так, что случилось? Люди присоединяются к лондонцам. Сэр, те, кто хотел уйти в Лондон, успешно убедили своих друзей и соседей последовать за ними. Ах, вы гады такие! Людей легче убедить, потому что они почти не надеются, что мы сможем выжить. Да сможем мы выжить, вы надо верить. Один, все, дом построен. Пассивные эффекты. Больше, чем у половины людей, есть доступ к молельному дому. Жизнь рядом с молитвенным домом сказывается на людях благотворно. Он напоминает им о великой цели и вселяет в сердца надежду. Вот, значит, второй будет здесь стоять. Так, места в радиусе. 4 палатки. Проповедь. В молитвенных домах состоится короткая проповедь. Так, хорошо, пусть слова наших духовных лидеров восстанавливают надежду. Это замечательно, это хорошо. Так, генератор... Чего? Сэр, люди в открытую говорят о том, чтобы вас свергнуть. Лишенные надежды, они не видят будущего для нашего города и винят в этом вас. Что нам делать? Нужны хранители веры? А где, откуда их взять? У меня будет 2 дня повысить надежду. Так, тут никто не ночует. Отключаем форсаж, пусть отдыхает. Так, все, генератор быстро включаем. Снова тепло, снова хорошо. Угледобытчик, холодно. Вот зараза такая. Дом молитвы тоже холодно. Если включить тебя... Нет, только на палатке. Только на палатке, это плохо. Осталось 11. По-моему, дом молитвы могу построить, да? Не з... Нет? 30 древесин, вот зараза такая. Есть, 30 древесины есть. Люди болеют плохо. Сейчас будем исцеляться, будем делать все возможное. Дом молитвы можно строить. Так, блин, как людей переубедить? Что нужно сделать, я не понимаю. Где какая-нибудь вера? Нет, ресурсы, еда, отопление. Блин, что делать-то? Обогреватели, что? Позволяет использовать обогреватели для отопления в рабочие часы. Каждый работающий обогреватель повышает температуру рабочего места на 1 уровень и потребляет 1 единицу угля в час. Это мало, но можно. Блин, дерева, правда, нет. Так, снова по темперу. Так-то трындец холодно, если что. Блин, что делать с этими лондонцами? Вот этого я не могу понять. Дерева не хватает мне, так что не надо моргать. Тут что-нибудь строится вообще? Да, конечно, ага. Блин, на кухне холодно, да? Я не знаю, что тут делать. Она не работает. А, ну правильно. Молитвенные дома построены. Дома молитвы были построены. Теперь людям есть где молиться и найти успокоение в вере. Супер, отлично, восхитительно. Просто, что? Кого? Да блин, даже включено и все равно холодно. Ладно, тогда выключаем. Сейчас нужно включить форсаж. Потому что люди... Люди уже давно дома. Что я делаю? Так, форсаж включен. Так, что тут? Возрождение веры. Сэр, люди начали ходить в церковь. Пока прихожан немного, но это может быть началом чего-то большего. Похоже, им не хватало места, где можно помолиться. Рад это слышать.
Так, осталось 11. Что делать с этими лондонцами? Повысьте надежду до 15. Что повышает надежду? Давай здесь посмотрим. А вот это может повысить надежду? Из-за смерти вдвое меньше падает. Бром-бром-бром-бром-бром-бром. Так, пока не могу, да, ничего сделать. Так, дерева по-прежнему нет. Но люди отдыхают. Ушли охотники на работу. А охотники работают. Кто-то кашляет. Все, можно вести закон. Только какой? Так, вот, вечерние молитвы. Каждое применение повышает надежду и дает небольшой шанс убедить лондонцев остаться. Мы будем встречаться для совместных молитв, чтобы согреть не только тела, но и души. Так, хорошо, все изучаем, быстренько изучаем. Очень быстренько. Так, хорошо, появились шансы, по-моему, на успех. Что по темперу, смотрим. Так, дома согреты, все замечательно. Очень холодно. Ай. Так, на ускор ставим, время ночь. Угля мало, трындец, что-то надо с углем делать. Но людей не хватает. Вся проблема-то в этом. Стало холодно, но время но люди уходят на работу. Так, ускор. Нужен уголь. Ребят, нужен уголь. Форсаж выключен, отлично. А уголь не несут. Так, есть. Генератор запускаем. Вот так и живем, так и живем. Ни хрена угля не хватает. Что по темперу? Охотники отдыхают, им холодно при этом. Это трындец. Но надо уровень форсажа опустить. По-любому. Какого хрена здесь холодно? Вообще не понимаю. Чё надо? Пищи все меньше и меньше, кстати. Из двух еда 5. Так, надо на суп, наверное, переключить. Это, по-моему, давно нужно было сделать. А может темпер... Чё осталось 16? 12 дней. Вечерние молитвы. В молитвенных домах состоится вечерняя служба. Люди соберутся вместе для общения и молитвы. Все участники получат еду. Надежда возрастет. Некоторые лондонцев, возможно, встанут на путь истины. Повысить надежду до 15. Но это очень нужно. Давай. А, сразу в обоих домах, да? Проводятся молитвы. Надежда восстановлена. Вы сумели наполнить сердца людей надеждой. Так. Это хорошо. Так, я могу что-то изучить. А что мне нужно изучить? Угольная шахта. Позволяет строить угольные шахты. Позволит получить до 240 единиц угля за обычный рабочий день из подземных залежей. Но туда опять же понадобятся рабочие, которых нет. Быстрый сбор. Может, быстрый сбор? Скорость сбора угля повысится. Да, давай. По-моему, очень нужно. С углем у меня прям вот тютелька в тютельку, притык в притык прям. Так, кстати... Что у нас по времени-то? Когда я начал запись? Опять профукал этот момент. Холодное жилище. Капитан, некоторые беспокойны, низко... Так, обогреем все дома, ребят. А, все, все пришли домой. Опять я туплю. Все, обогрели. Задание выполнено. Надежда возросла. Все замечательно, все супер. Так, что еще? Что еще? Что еще? Про что я забыл? Изучается, изучается. Строить пока, да хрен знает, наверное, нечего. Дом молитвы есть. Паровой центр, это непонятно, нужен или нет. Маяк построить не могу, ни хрена нет. Ресурсы, угледобычек, есть лесопилка, есть пост добычи, есть склад ресурсов, наверное, не нужно. Охотничья хижина, дом опеки построен. Да, он как раз выделяется, да, отлично. Кладбище есть, палатки пока новые не нужны. То есть строить пока нечего. Так, 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 ночь началась. Что мы ночью делаем? Ничего не делаем, тогда ускоряем. Стоп, что такое?
объединенные верой. Сэр, до заката мы проведем вечернюю молитву. Собралось много людей. Они молятся, а еще общаются и смеются. Давно мне не доводилось видеть столь приятного сердцу зрелища. Вера действительно смогла объединить людей. Так, это хорошо. Это мне нравится. Это замечательно. Маяк я еще не построил, зараза. Один? Куда дети делись? Заболели? Ребенок идет на лечение. Ах вы такие вообще, чего вы заболеваете-то так? Ребенок опять. Выздоровление около дня. Блин, много людей просто болеет, очень много. Здесь тепло. Кстати, когда я отключаю форсаж, здесь становится же прохладно. А это плохо. Так, а с тобой что можно сделать? Демонтировать здание? Давай вот это... Блин, давай вот это попробую демонтировать. Для палаток... Вот для палатки не нужно обогревать, я так понял. Плюс 15 к стали получу. Давай. Потому что люди сюда из палаток приходят в ночную смену в палатку и уходят на охоту. Ближе к утру возвращаются, складывают добычу и уходят ложиться спать. Поэтому здесь обогревать ничего не нужно, кладбище в том числе. То есть вот эта паровая вышка, она здесь зря стоит. Нужно ее упаковать куда-нибудь вот сюда, для того, чтобы обогреть вот этот участок. Кухня меня вообще напрягает, здесь холодно, трындец. Да почему это моргает? Кухня не работает ночью. Алло, люди отдыхают. Так, больных 3, тяжело больных 0. Ну это хорошо. В смысле больных 3? Новых больных? А эти куда делись? Сортировка больных. При сортировке больных половина пациентов будет вылечена мгновенно. Но в среднем один из 4 погиб. Вот что я изучил. Мгновенно вылечу, но в среднем один из 4 погибнет. Число пациентов будет снижено на 3/4. С каждой смертью надежда будет снижаться. Недовольство будет расти. Можно прям сразу почти всех вылечить, да? Но кто-то умрет. Я думал, я когда изучил этот закон... Это, по-моему, закон. Когда я изучил этот закон, я думал, сейчас всегда так и будет, но я могу в нужный момент выбрать, как сделать. Давай попробуем. Больные отсортированы. Мы спасли всех, кого смогли. Остальные были обречены на смерть. Охренеть. 4, 8, 5 человек умерло. Писец. Обещание нарушено. Вы обещали, что обеспечите людей теплом. Вы не сдержали обещание. Надежда падает, недовольство растет. Кого? Да вы охренели. О-о-о-о-о-о. Нам нужно еще несколько дней. Какого хрена? Что за фигня? Из-за угля, из-за того, что генератор отключился? Ну так, блин, вы все в это болеете, как хрен пойми кто. Никто из вас не работает. Я что сделаю? Так, паровую эту штуку убрал. Может, я смогу новую построить? Паровой центр могу. Маяк могу. Что сделать? Позволяет посылать разведчиков в дикие земли на поиски ресурсов и выживших, и... доставки их обратно в город. Дозорные также могут заметить приближающуюся группу людей. Да блин, давай построим. Ну чё, это давно надо было сделать, по-моему. Маяк, сюда. Давай сюда. Блин, теперь у меня ни дерева, ни хрена вообще нет. Так, запускаем. Маяк построен. Так. Так, кто-то куда-то полетел. Вот интересно, сколько времени потребуется на исследование? Или он просто вверх поднимается, нет? Грузик какой-то снизу. О! Интересно. Пропавшая экспедиция, обсерватория. А, он поднялся вверх и сейчас увидел, что где находится, да? Ага, давай сюда. Я могу что-нибудь сделать? Отправить сюда разведчиков, чтобы больше узнать об этом месте. Много палаток, видны люди. Должны быть... Это должно быть это потерявшиеся участники нашей экспедиции.
А что сделать-то? У меня нет разведчиков. Алло. Должно быть, это необычное здание, арктическая обсерватория, которую Королевское научное общество возвело, чтобы исследовать причины вечной зимы. Над ней виден дым. Там кто-то есть. Наш дом — единственное убежище от смертельного холода. Все наши надежды живут и умирают в нем. Так, а... У меня типа нет свободных людей или что? Разместить новую единицу? Новую единицу чего? Стоп, пауза. Харе. Создать новый отряд разведчиков. Нужно не менее 5 свободных жителей. Недостаточно ресурса древесина. Твою же налево. Так, что у меня форсаж включен? Нет, выключен. Хотя должен быть включен, по идее. Что такое? Готовы к поискам. Толпа разряжается аплодисментами, когда воздушный шар для наблюдений поднимается над городом. Все горды этим успехом и проделанной работой. Выстроилась очередь из добровольцев, готовых отправиться в морозные земли на поиски пропавших. Женщина, что приходила ранее, среди них. Нам нужна победа. А чё, 5 надо освободить? Где? А, желающие. Один есть. Это она? Одна желающая. Незанятых. А, ребенок? Вы что, охренели, что ли? Ребенок. Топай на работу, ребенок. Так. Я не знаю, только отсюда. Но я останусь без дерева. Это писец. Один охотник слег на больничный, да? Так, 2. Ну да, типа освободил, но много людей померло. Блин, это не вариант так делать. Это вообще хрень какая-то. С угольной шахты я точно никого не могу направить. Залежи есть. Где у меня еще люди? Кто где у меня? Ну давай одного отсюда уберем, я не знаю. Давай... Блин, древесины недостаточно. Что ж ты будешь делать? Давай пока сюда 5. А сколько нужно древесины? 40? Да ладно, рабочие. Тут 5 или 6? Я вот что-то не вижу. 5. 5 рабочих я нашел. Они здесь. Древесину нужно до хрена, поэтому пусть работают. Время день. Недовольство растет от чего? Уже переполнены? Да вы охренели, вы что, ничего не переполнено? Холод дома. Использована сортировка больных. Нарушенное обещание. Она везде, да? Да, она везде действует. Может, вы пойдете помолитесь? Давайте проповедь устроим, ребят. Так. Повысьте надежду до 15 опять, что ли? Я не знаю, скоро количество лон 20, а было меньше, да? Было, по-моему, 11. Ёлки-палки, а. Что такое? Ресурсы из куч угля, ящиков древесин и груд стальных обломков теперь добываются на 15% быстрее. Это восхитительно. Это просто... Стоп. Что это такое? Лондонцам на руку недовольство. Кучка недовольных. Толпа слушает одного из лондонцев, который говорит о всяких ужасах. Он пытается убедить всех отправиться с ним в Лондон. Недовольных впечатляет его речь, но прочие остаются глухи к его призывам. Пусть говорит, пусть священник под... Так, разогнать толпу. Лондонцев немного возрастет. Подбодрит людей. Чего? Возрастет плюс 5. Ну, мне не надо, чтобы лондонцы возрастали. Давай вот так. Так, форсаж. Форсаж вкл. Снова везде тепло. Почти. Везде. Как бы. Так, что у нас? 40, мне нужно дерево, по-моему, 40, да?
Так, ну угля опять, как обычно. Кстати, форсаж что-то не опустился нифига, к сожалению. Эх, до 5 утра не доживет, зараза. Стоп, у нас что это такое? Надпись на стене. Let's go back. Пойдем обратно. Капитан, кто-то осквернил стены надписями об ужасной судьбе, ожидающей город. Это вызывает беспокойство. Все и так боятся, что мы разделим участь Винтерхолма. А у страха глаза велики. Не, надежда немного... Пусть священник подбодрит людей, из-за этого надежда падает. Надежда упадет. Почему? Подбодрит, она должна возрасти. 22, зараза, все, блин. Это трындец. Так, 40. Блин, вот не, две штучки, зараза такая, а. Продолжает пополняться, 25. Охренеть. Мне сейчас кого-нибудь направить бы быстренько успеть. Так, форсаж отключен. Так, включаем, тепло. 42, есть. Так, отсюда все уходим. Сюда все приходим. Все. Так, куда я хотел... Стоп, нет, вот сюда. Да как это сделать-то? Ожидает. Чего? Сюда нажать? Да как это делается? Вот так стрелочкой. Направились к цели пропавшей. Все, отлично. Да... Наш дом. Все. Палатка направилась. Типа движется, да? Ну, типа они медленно идут. Что-то, по-моему, офигели немножечко. Так, дерево у нас совершенно не добывается. К большому сожалению. Единственный ребенок... А, он не сможет здесь работать. Давай сюда. К остальным детям. Что тут один будешь сидеть? Ты все равно фиг что сделаешь. 25 лондонцев. Блин, я сейчас все опять проиграю. Плохо, ужасно. Так, что по времени? Во сколько я... Во сколько я начал? Да фиг знает, во сколько начал. Капец, капец, нет груза. 9 часов. Готовится? В смысле? В смысле готовится? Да они только готовятся. Офигеть, как долго. Я же не доживу. Недовольство возросло. Непригодная пища. Чего? Использована сортировка больных, нарушено обещание. Я ничего никому не обещал. Не надо, ля-ля. Да блин, неудобно теперь стало. Колесиком мыши назад. Выбираю, 8 часов осталось. И все увеличивается вот до этой большой карты. Да, вот так пусть будет, так будет удобнее. Так, дерево, мне нужно много дерева. У меня его ни хрена нет, вот что сделать? Я хочу еще одну эту паровую штуку поставить вот сюда. Может эту убрать? Она же тоже нифига не работает. Вот что вот она обогревает? Себя? Палатку. Ну и все тогда нахрен ее. Сталь хотя бы получу. Тут что такое? Достигнут лимит хранения. О, максималочка, да? Так, тогда значит тынч-тынч, вот так. Давайте вот сюда, ребят. Нужно не меньше одного работника. Ну, типа... Типа да. Типа пока склад заполнен, все хорошо. Пусть добывают. Так, так, так. Форсаж отключен, да? Капец, снижается долго. Офигеть. Так, время 6. Включаем форсаж. Чего? Холодное жилище. Обогреем все дома. Сейчас все будет сделано. Изикатка. Выполнено. Так, пошли охотники. Пока живем.
Опа, разведчики достигли цели. И чё? Остальные наши люди встали здесь лагерем. У них не было сил идти дальше. Надо сопроводить их в город. Так, дошли и нашли. Типа, может дать, а может, видимо, и не дать выживших. Исследовать. Пропавшая экспедиция. Счастливое воссоединение. Мы входим в лагерь, явившись из-за пелены снега. Взволнованные голоса хором приветствуют нас. Слава богу, вы нас нашли. Мы скитались дни напролет, пока силы совсем не иссякли. Думали, умрем от голода. Взрослые и дети окружают нас. Они готовы двигаться в путь. Жуткая пещера, надежное убежище. Отправить выживших в город. Сопроводить. Так, и что это даст? Что за восклицательный знак? Разведчики сопроводят выживших до города. Это быстро и безопасно. Выжившие отправятся в наш город самостоятельно. На это у них уйдет больше времени, и часть из них может погибнуть. Ну, блин, сопроводить, а что еще делать? Там какую-то пещеру нашел, да? Да, блин, подожди. Жуткая пещера, надежное убежище. То есть нужно будет сюда вернуться. Хорошо. Скоро будет пополнение. Так, форсаж я включил. Время вечер. Поехали. Живем. Ну как живем, дебильные эти лондонцы. Сколько осталось? 10 дней. Экспедиция отряд номер 1 успешно... Ух, как быстро. Рабочие. Ни хрена народу привели. Вы можете отпустить разведчиков на маяке или снова отправить их в морозные земли. Так, во! С этого надо было и начинать. Люди из нашей группы, воссоединение. Вид родственников, которые нашли друг друга после стольких лишений, греет душу. Но неужели поблизости нет других поселений? Первые экспедиции были отправлены из Лондона уже давно. Поселенцы уже наверняка где-то обосновались. Они обязательно помогут нам. Мы будем искать других людей. Ну... Тут, по-моему, без вариантов. Роспуск позволит получить 45 рабочих. Так, ну, мне это очень нужно, но пока, я думаю, надо направить их снова. Обсерватория нет, жуткая пещера, надежное убежище. Жуткое убежище что-то пока это... На небольшом холме у северной тропы стоит объемистая цилиндрическая конструкция. Над ней развивается флаг Британии. Но ни пара, ни людей там не заметно. Пропавшая экспедиция. Прочесть дневник? А, ну это я читал. Ну это типа все, остатки лагеря. Ну давай в надежное убежище. А что еще делать? Надо все. 109 человек. Охренеть. 36 свободных. Во-первых, мы решаем проблему с углем. 15 из 15 плохо. Это что у нас? Ящики древесины. Так. Так. Куча угля. Че, сюда максималочку направляем? Давай, надо копить уголь. Так, сюда. Детей сюда нельзя. И дети вот сюда. Так, 5 детей будут трудиться здесь. Давайте остатки древесины соберем. Охренеть народу просто. Наконец-то. Наконец-то. Так, форсаж работает в поисках других. Наши люди нашли тропу, уходящую в пустоши. Нужно пойти по ней. Надо найти других поселенцев и попросить их о помощи, чтобы выжить. Так, стопы. Где чё кого нашли? А вы дошли уже? Нет? Нет, они идут. Какую тропу нашли? Найти другое поселение. А, ну понял. Просто сейчас автоматически найдется и задание будет типа выполнено. Так, хорошо. Дальше. Так, время. Сейчас скоро утро. Уголь, как обычно, заканчивается. Еще один акт вандализма. Ах вы...
паразиты такие. Лондонцы снова заморали стены призывами покинуть город вместе с ними. Некоторые надписи даже содержат насмешки над вами. Там сказано, что вы не способны править людьми и делать то, что нужно для их спасения. Надежда немного упадет, надежда упадет. Нет, давай немного. Появился священник, поэтому типа он немножечко людей придерживает для того, чтобы они меня уже меня не опрокинули, не избили и ничего со мной плохого не сделали. Так, 109 человек. Что опять такое? Священник избит? Капитан, на священника напали, когда он пытался воодушевить жителей, обеспокоенных надписями лондонцев. Надо что-то сделать для защиты наших людей. Нужны хранители веры для патрулирования улиц. Да, нужны хранители веры для ответного удара. Мы помолимся за него и его обидчиков. Что это обязует сделать? У вас есть 3 дня, чтобы построить оплот хранителей веры. Так. У вас есть 3 дня, чтобы построить оплот хранителей веры. Недовольство слегка упадет, надежда слегка вырастет. Я не понял, оплот хранителей веры чего? Ну типа полицию? Не, ну сейчас построим. Сейчас все будет. 3 дня у меня есть, да? Все хорошо. Чего-чего, что такое? Чего? Да твою ж налево. Что-то там, видимо, лондонцев, да, стало больше. Блин, только все начало развиваться. Ёлки-палки. Конец, вас свергли. Мрачные люди ведут вас под генератор. Толпа молча ждет. Люди наблюдают за вами с равнодушными лицами, будто смотрят на падающий снег. Вас быстро судят и, учтя ваши старания, отменяют смертный приговор. Вместо этого вас изгоняют из города. Да ладно. Да ёлки-палки. Пиздец, а если загрузить игру? Тут был автосейв сегодня. На каком месте интересно сохранилась игра? 74 человека. Так, эти в пути. Блин, сейчас что, ситуация повторится? Ну давай попробуем, а что делать? Опять заново игру начинать? А, вот, только прибыли люди. Да все, это я видел. Я видел, все отлично, супер. Так, там сейчас охранника изобьют, да? О, священника. Так, адаптация? Да. Так, это не здесь, значит, да? Здесь? Дом молитв, святилище, храм, хранитель веры. Святилище. Повышает уровень надежды людей, работающих рядом. Святилище повышает эффективность труда на рабочих местах рядом. 3 святилища построить. Да на какие шиши? Храм. Блин, это все строить нужно. Хранитель веры — наши самые ревностные почитатели Бога. Проследят, чтобы праведные могли работать и молиться в мире и безопасности. А плот построить? Недовольство вырастет? Ну давай попробуем так. Осталось времени 10 дней. Какого хрена тогда игра закончилась? Что за чушь? Что я должен построить? А, стоп, ожидает. Да-да-да-да-да, ребят. Да блин! Зараза. Так, сюда, сюда, сюда. Все, поехали. Люди пошли. Да блин, зараза. Так, время 2 ночи. Ну, пока быстро расставим. 10 из 10. Куда еще людей нужно? Так, сюда пока не надо. Куда я ставил людей? Древесину забрать? Детишкам? На металл? Вот так, инженеров? Че еще? Куда еще ставил людей? Что-то я не помню. Ну давай оставшихся вот так. Здесь дети с рабочими. Так, и мне нужно что-то построить.
Хранители веры. 40 древ... Пиздец. Вот что я могу сейчас сделать, а? Вот сохранка, конечно, поздновато. Поздновато сохранилась. Что можно сделать? Помолиться. Давай, молитесь. Я не знаю, я... 24? О-о-о. Так. Может, появились шансы? Давай до 5 утра доживем. Так, ну это понятно. И после этого, по-моему, я проиграл. Священник избит. Так, да, для патрулирования улиц нужно. И дальше что? Я проигрываю, все. 30. Все, конец игры. Правильно? 5 утра, форсаж резко отключаю, потому что сейчас все накроется. Вы обещали, что обеспечите людей теплом. Вы не сдержали... Кого? Че ты сказал? Или уже не нужно? Ну, видимо, уже не нужно. А что по темперу? Да блин, зараза, неудобно. Так, еще несколько дней, ребят. Еще несколько дней. Где уголь? Так, отлично, запускаем. Запускаем. Добыча пошла. Че у нас? Бездомных 20... Твою ж налево надо дома строить, алло. А какие-то большие вроде дома были, нет? Кладбище. А, там бараки можно изучить, они еще не изучены, конечно. Так, на 80 человек у меня было, палатка вмещает сколько? 10 человек. Это значит 90. Ага, и все, 10 древесины. Так, стоп, есть. 90, это значит... 100. И последняя 110. Так, хорошо. Так, стальные обломки, все. Хорошо. 10 человек у нас появилось свободных. Так, здесь у нас... Так, к детям сюда. Дерево, 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 дерево. Давай инженеров сюда, пока на сталь. Так, пауза. Пока пауза. Что нужно сделать? Вера, хранители веры. Давай, хранители веры нужны, капец. Угля стало много. Блин, понеслась движуха, только я сейчас... У меня сейчас... Я могу все испортить, зараза. Так, паровую хрень может на кухне сделать. Здесь же сейчас холодно всем, да? Давай паровую хрень поставим, если это возможно. Паровой центр есть. Давай вот сюда. Поможет он? А вот хрен его знает, да? Давай построим. Шесть вечера. Ну, снова форсаж, что еще сделаешь? Хотя бы везде тепло будет. Что такое? Он возрастет плюс 7. Блин, 32. Все, да, это конец игры? Нет? Ай, зараза такая. 4 часа осталось. Что я еще могу сделать? Так, паровой двигатель есть. Что по темперу? Ну, пока везде тепло. Может, тебя пока отключить? О-о-о, ни хрена себе, стоп. Хотя подожди, это кухня. Ночью здесь никто не работает. С 6 до 8? А почему сейчас работает? А, до 8, потому что. Так, уменьшается палатка, нет. Так, 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 кухня. Так.
Так, ну здесь работают с 8 до 18. Вот это классная тема. Почему вот здесь паровая эта хрень не работала ни хрена? А вот это круто работает. Так, еда есть, лондонцев 32. Ничего не могу сделать, здесь что-нибудь могу. Изучение мира, больше разведчиков, нет, пока не надо. Угольная шахта, угольная печь, улучшение лесопилки, улучшенный стенной бур, что это? Бурит склоны кратеров, которые уморожены деревья, бывшие лесом, пока лед не сковал их. Производит, да, так, древесина, это понял. Теплица. Блин, не хватает. Барак, ну пока до переделки нет времени. Санитарный пункт. Термоизоляция больниц, вот крутая тема, да? Отопление. Обогреватели, давай обогреватели. Давай, делай что-нибудь, что-нибудь надо делать, что-нибудь надо делать. Дерева стало прям много. Прям за... Да, кстати, дерева много. Че это? Я еще думаю, тратить, не тратить. Так, ожидает, чего ожидает? Убежище хорошо снабжено и выстроено так, чтобы противостоять даже самым неблагоприятным погодным условиям. Эффективная система парового отопления защищает его от холода. Поиск может дать пищевые пайки, паровые ядра, вот где они берутся, и древесина. Конечно же, исследовать. Эта тропа ведет в другой город. Убежище комфортабельное и с большим количеством припасов. На тяжелой круглой двери висит записка. Внимание всем ученым. Если вы берете припасы, не забывайте уведомить об этом интенданта по возвращению в город. Это значит, что где-то есть еще один город. У тропы стоит дорожный указатель, показывающий в двух направлениях. Лондон, 1934 мили, дом 27 мили. Обнаружены места, остальное можно забрать ресурсы. О, ресурсы. Так, теперь что, ожидает чего? Прочесть дневник, нет, не надо. Теперь типа можно пойти дальше, а можно вернуться домой. Давай вернемся домой. Да, давай привезем то, что есть. А то знаешь, они сейчас дойдут до нового места, потом скажут, ой, у нас уже руки все заполнены, поэтому пусть принесут. Так, это что, экономика? Ну, я, в принципе, и так все это отслеживаю, всю эту статистику. Так, время еще есть. Так, форсаж. Скоро сейчас настанет трындец. Так, форсаж. Еда, еда, еда есть. Надо сюда еще по одному человеку запихнуть. А убрать их можно вот отсюда. Раз, два. 15. 15. Вот так. Так, 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 что еще, что еще, что еще? 10 часов они придут, принесут... Что они несут? Одно паровое ядро, пищевые пайки, 217 древесины. Охренеть! Давай тогда отсюда мы всех уберем и поставим вот сюда. Четко, как раз. Здесь максималочка людей, все добывается, все замечательно, чрезвычайная смена нет, не нужна. Так, знаешь, что еще нужно? Вот что нужно еще сделать. Проповедь. Может, сейчас кто-нибудь передумает уходить. Что еще нужно сделать? Оплот хранителей веры. Согласен, нужен очень, но 40 стали нужно. Они несут сталь? Блин, они не несут сталь. Ну, сталь сейчас добудут, допустим. 3 дня осталось, хорошо. Повысить надежду до 15. Но чуть-чуть осталось, по-моему, она повысится. Найти другое поселение пока не нашел. 9 дней, блин, 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 блин. Пока нечего, по-моему, сделать. Так, стоп, 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 за форсажем следим. Все, вырубаем. Что такое? Свечи для грешников. Сэр, людям больше нет дела до надписи лондонцев. Совместные молитвы укрепили дух нашего общества. Под надписями появляются небольшие свечки. Люди оставляют их, когда молятся за души лондонцев. Рад это слышать. Количество не уменьшится, к сожалению. Нет, ну хотя бы лондонцев не прибавилось. Хотя бы. Так, форсаж выключен. Так, это что, получается, тепло? Ой, холодно. Ёлки-моталки. Так, если на круглосутку...
Так, это пока не надо, значит. Так, вырубаем. Врубаем. Все, время 5 утра, вырубаем. Так, сейчас люди что делают? Вот мне интересен этот промежуток времени, когда непонятно, чем люди занимаются. Пациенты. Охренеть, да хрена. Пациенты. Ну все, вот эту хрень я больше не включаю. Это сортировка больных, да? Так, а что тогда... Где была сортировка больных? Ты видишь где-нибудь ее? Сортировка больных. Тут можно было выбрать что-то другое, нет? А вот хрен знает, да, теперь непонятно. Нет, сортировка больных это вообще это хрень, нет. В следующий раз не буду выбирать ее. Неправильно так делать. Сразу столько людей отнялось. Сейчас бы было бы сколько? Плюс 6 человек. Сколько? 115 было бы. Они бы просто вылечились и все, ну... Ладно. Так, чем занимаются люди в промежуток времени с 5 утра до 8 утра? Вот что они делают? Что он делает? Идет отдохнуть? Это охотник? Нет, мастерская. Куда он пошел отдохнуть? Мастерская тоже с 8 до 6 работает. Позволит использовать обогреватели для отопления в рабочие часы. Каждый рабочий обогреватель повышает температуру рабочего места на один уровень. А, это же улучшается сейчас. Что это? Это же я в мастерскую залез. Блин, боже, сил совсем нет. Трындец. 34, а сколько было? 32? Черт, я опять нервничаю. Блин, я смог это все дело протянуть, но... Похрен, уголь есть, пусть работает 6. Что-то где-то обогревает пусть. Что такое? Да ладно! Почему? Стоп, во-первых, почему вот эта хрень не улучшается? А, потому что, да. Ночь, потому что была. Мороз, очень холодно. Мороз. Ёлки-моталки. А так, да ладно, да это все. Это погибель. Это ужас. Братишка, 6, пожалуйста. Охренеть, как стало, везде холодно стало. Ёлки зеленые, все. Это конец игры. Минус 60, ты посмотри, что происходит. Это писец. Это писец вообще. А что даст форсаж? Да ладно, какой минус 60? Вы серьезно? То есть в какой-то момент, а весь этот период игры было все везде хреново, в какой-то момент мне нужно было изучить второй уровень мощности генератора, да? Так получается? Или значение радиуса. Не, мощность. Надо было мощность. Да и радиус. А когда это сделать? Ай, не успел. Давай паровое ядро. Хрен с ним. А уже все равно конец игры. Минус 60. Так, отряд успешно вернулся. Древесина заполнена. Куда ее потратить можно? Паровой центр, 20 стали. Нет, мне нужна была вера, хранители веры. 40 стали нужно. Что можно просто сделать из дерева, что может мне как-то чем-то помочь? Ну, еда пока есть. Не знаю. А куда ставить? А везде холодрыга, куда ставить? Черт возьми. А...
Трындец, я не знаю, что делать. Дерева много, а и чё? Ну, вот-вот-вот-вот-вот, что сделать? Отсюда убрать людей? И что с ними сделать? А хрен его знает. Вот куда их? Давай сюда. А, инженеров-то. Инженеры где, кстати? Инженеры, вы что делаете? А чё вы тут забыли? Здесь будут обычные рабочие. Инженер, давайте сюда. Лечить людей тогда, я не знаю, а что еще делать? Давай вот сюда. Пайки делаются. 5 рабочих осталось, кто из них? 5 детей? А, нет, 4 инженера и 1 рабочий. Угля нормально, достаточно. Сталь. Ну все, это последнее. Последние залежи стали. Что-то как-то обогревать? Да нет. Я ничего не могу обогревать. Все, трындец. О, на Q и E можно поворачивать. Можно вращать все это дело. Ожидает экспедиция. Ну, направим, но... Давай вот сюда направим и все. Ну... Черт, вообще просто трындец. Здесь максималка, да, здесь максималка. Ну пусть эту древесину дотаскает, я не знаю. Че, мне сталь нужна? Сколько нужно ее? 40? 40. Ну ждем, че, а че остается делать? Холодрыга. Че такое? Заболевшая? Так, здесь. Потеря конечности. Одному из наших людей пришлось пойти на ампутацию. Работа в леденящем холоде привела к серьезному обморожению, и другого выхода не было. Надо что-то делать. Ну, пока рано. Давай с угля тогда людей уберем. И максималочку. Здесь 15-15. Ну, давай сюда воткнем, не знаю, что. Хотя везде холодно, какая разница, да ведь? О, там очень холодно. Там прям морозно. Да, лучше пусть здесь работают. Угля станет сейчас поменьше, да. Ну, а что, сделаешь? А ничего не сделаешь. Ну, один пусть отдыхает, я не знаю, а что еще? Сейчас эти начнут замерзать, но мне очень нужна сталь. Эх, что-то произошло. Ну, я не понял. А, вот, наверное. Что еще могу сделать? Святилище, да на что я буду все это строить? Публичное покаяние. К увечьям, недовольство вырастет. Нет, храм. Лондонцы могут изменить свои взгляды. Давай подпишем, изучай. Но я ничего не успею сделать. По-моему, время на серию кончается или уже кончилось. Давай построим храм. Уже могу. Что? А, наверное. Но я обещал хранителей веры, правильно? Да. Фу, не туда. Да опять не туда. О, это тоже до хрена. Следят за порядком. А сколько осталось? 2 дня? 4 дня. Блин, храм лучше тем, что он может лондонцев переубедить. А здесь увечья, там вот это вот все. Хрен с ним. Рискну, попробую сделать храм. Вот рядом с кладбищем. Отличное место. А, сталь закончилась. Супер. Так, обогреватели изучены. Что теперь можно сделать? Включить, наверное, обогреватели? Обогреватель выключен. Повышает температуру на рабочем месте на 1 уровень, когда люди внутри. Поддерживает работу. Так, включили. Где еще? Прохладно стало, охренеть. Вот здесь. А что, нельзя? Чего? Или это типа везде включилось, нет? Так, идет пока строительство, да. В палатке нельзя. А дом опеки? Так, обогреватель включен.
Угледобытчик включен. Включен. Здесь хрен что включишь. Блин, в палатке нельзя обогреватель сделать. Ужас. Больница. Больница. Так, жмем на паузу. Что-то можно еще улучшить. Вот улучшение генератора. Позволит повысить температуру во всех тепловых зонах на один уровень. Блин, стали нет. Радиус. Радиус нет, надо температуру увеличить. Еда есть, это хорошо. Недовольство растет, трындец. Ну везде холодно. Так, что происходит? А почему был форсаж включен все это время? Елки зеленые. А сейчас все замерзнут, все умрут. 34 лондонца до сих пор. Стоп, 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 стоп. А, строится. Елки зеленые, а? Храм построен. Строительство храма завершено. Завораживающий символ наш. Ну, короче, это все понятно. Надежда восстановлена. О, это хорошо. Надежду восстановил. Люди, вставшие на путь истины. Ни один правонарушитель пока не встал на путь истины. Так, так, так. Торжественная служба. Стоимость 20 пищевые пайки. Восстановление в храме пройдет длинная торжественная проповедь. Все, пусть идет. -33 -1. Охренеть, холодрыга. Так, а что ожидает? Ты чё? А, все, он приехал, выживший. Вот, здесь выжившие могут быть. Солнце затухает. Вместо астрономов мы видим несколько наших пропавших. Они говорят, что пришли сюда за помощью, но все были мертвы. Астрономы продолжали наблюдение, пока не умерли от голода. Из-за чего такого важного... Они пошли на смерть. Ответ мы обнаружили в заметках. Сокращение солнечной активности нельзя объяснить лишь дымом южных вулканов в атмосфере. Солнце затухает. Обнаружены места, место аварии. Так, сопроводить выживших, конечно же. Так, ну что, я не знаю, сколько я еще смогу продлить эту игру, уже один раз продлил сохранением, тем, что загрузил сохранение. Насколько еще хватит моих сил, я не знаю. Но выпуск нужно закончить, потому что часик уже прошел, это во-первых. Во-вторых, мое правление может продлиться как 5 минут, так и не знаю, может час и два, кто его знает. Поэтому будет следующая серия, где будет понятно, сможем ли мы продолжить все это дело или нет. Поселенцев стало больше, это огромный плюс, огромнейший. Привезли очень много дерева, это тоже огромный плюс. Теперь я могу освободить людей от добычи дерева и поставить на добычу... на добычу металла или стали. Ну, стали, да. Это очень замечательно. Построены храмы, построены всякие штуки, которые время от времени, вот, к примеру, могут... Вот, 32 стало лондонца. Где-то что-то могут улучшать... Вселять веру и надежду в людей. Это очень круто. В целом надежда, кстати, сейчас большая. Но и недовольство тоже. Ладно. Увидим все, к чему мы сможем прийти в следующей серии. Это был канал Сейбик Про. Ставь лайки, оставляй комментарии. Подписывайся на канал. Жди следующую серию. Она выйдет буквально через пару дней. Всем спасибо. Всем пока.